до конца августа. Покупай Hyundai iX35 с экономией до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Hyundai — компания «Уралавтоимпорт» на шоссе Космонавтов 368В. Правительство подготовило новый документ, который меняет порядок освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. До сих пор водитель, попавший в аварию, даже если в ней пострадали люди, мог избежать проверки на трезвость. По новому порядку, в случаях ДТП с пострадавшими, тест на алкоголь в крови будет обязательным. Поправки уже направлены на согласование, в том числе в Министерство здравоохранения. Судебные приставы поддержали идею лишать водительских прав злостных неплательщиков алиментов. Они отметили положительный опыт Белоруссии, где такая мера эффективно действует уже полтора года. Из 100 водителей, лишенных права управления автомобилем, 41 погасили долг. Напомню, Комитет Госдумы по конституционному законодательству уже поддержал соответствующий законопроект. В России строгая мера будет применяться в том случае, если задолженность по алиментам превышает 5000 рублей. Самый быстрый серийный Volkswagen представят на мотор-шоу во Франкфурте. Речь идет о полноприводном Golf R нового поколения, который получит мощный турбированный мотор. По неофициальной информации, под капотом автомобиля расположен 4-цилиндровый бензиновый мотор, мощность которого увеличили до 290 лошадиных сил против 256 сил на актуальной модели. По предварительным данным, заряженный Volkswagen Golf R будет стоить не менее 38 тысяч евро. Специальное предложение. Выгода до 70 тысяч рублей на Санта-Фе. Официальный дилер Hyundai — компания «Уралавтоимпорт». Шоссе Космонавтов 368В.